Всем привет, всем доброго времени. Имеются у меня вот такие вот колодки барабанные на Volkswagen Polo, Passat и там еще куча разных машин. В описании я, в общем, укажу, на что они подходят. Они, обратите внимание, маленькие. Вот такие вот маленькие колодочки. Вот так вот. Я покажу их наглядно. Ну, и с этой стороны, точнее, вот так вот она будет. Качество колодок, конечно, блин, мне нравится. Но, к сожалению, мне они не подошли. Мне нужны были на Passat вот такие. Да, разница. Разница. Хоть и указано у продавцов у всех, что они подходят на Passat, но, скорее всего, это какой-то Passat старого образца, может там какой-нибудь B1, B2 или какие-нибудь там вообще еще существуют эти старые Passat. Вот. На Polo подходят, еще там, ну короче, в описании я укажу и цену, и на какие машины они подходят. Эти колодки, они у меня новые. Ну, видите, вот такой вот небольшой просчет. Вот каталожный номер их. Отдам их по закупочной цене. По своей закупочной цене, по которой я их покупаю. Вот. По цене уточняйте. Потому что, ну, на момент видео цена у них будет такая. А на момент, я не знаю, кто захочет покупать, может быть, они там изменятся. Но я надеюсь, что не сильно. Вот. Ну, цену на всякий случай просто уточните. И мне нужны вот такие вот большие пассатовские. На моего пассата хотел поменять. Но они у меня там еще живые. Не совсем в хлам. Ну, не получилось, как получилось. Так что их я продаю. Если что, спрашивайте, интересуйтесь, могу отправить по стране. Всем добра и всем пока.